Мы помним, мы знаем ваши заслуги. Ценим, любим. Здоровья вам самое главное. В гостях у ветерана Николая Васильевича Кошелева волонтеры и общественники. Во время Великой Отечественной войны он охранял границу с Турцией. Говорит, постоянно приходилось выдерживать провокации со стороны турков. И, конечно, самым ярким воспоминанием военных лет стал День Победы. Приехали, турки поздравляют нас с победой. Победа, мы как дураки, ничего не знаем. А когда сообщили нам уже ночью, на 9 числа, так сказать, о том, что война кончилась, ну, здесь все секреты, ракеты по всей границе. Поздравить ветерана приехали участники Центра корпоративного волонтерства «Да, добро». Они проводят акцию, приуроченную к Международному дню социальной благотворительности. Подарки собирали городские частные компании. Мы сегодня пришли к одному из ветеранов, потому что участник войны был, принимал участие в боевых действиях, как бы очень знаменитый человек, но он сам говорит, приходите ко мне почаще, уделяйте внимание. Это безумно радостные глаза, когда мы пришли к ним. Те люди, которые прошли эти события, их глаза, они до сих пор передают то время, вот поэтому очень ярко и чутко смотреть и наблюдать это. В ближайшие дни волонтеры поздравят еще 60 ветеранов. Мария Левина, Семен Безгинов, Константин Головин. События.